Всем привет, друзья, меня зовут Компот, добро пожаловать на мое новое видео, и сегодня мы проверим, кто же круче, я, человек из лавы, или вот этот вот несчастный маленький блок из лавы, и я уверен просто на 100%. Хорошо, теперь я не уверен на 100%, что я выиграю в этой схватке. Короче, друзья, я решил проверить, кто сильнее, новый супер крутой лаки-блок из лавы, в котором попадаются новые прикольные вещи, или я, самый настоящий человек из лавы, который намного сильнее обычного игрока в Майнкрафте. Но я даже не знаю, я ставлю все на себя, надеюсь, что я сегодня выиграю, но я в этом не уверен. Но для начала давайте сломаем первый вот этот вот блок, именно вот этот, и нам практически ничего не выпадает, можно сказать, фигня полная. Ну а теперь начинаем подниматься на эту башенку, и сейчас посмотрим, что нам выпадет, и вообще выиграю ли я сегодня, умру ли я сегодня. Так, давайте гейммод 0, поставим также тут спаун поинт, и начинаем, друзья, ломать. Сейчас повторюсь, сегодня я нифига себе как не везет, слушайте. Это круто, друзья, это очень круто, это очень хорошо. Не как в прошлый раз, помните, я когда такую же башню построил, из лавы она, кстати, тоже была, я каждую секунду умирал. Да вот, не знаю, кину сюда что-нибудь, что мне выпало. А, мне выпали, наверное, алмазики или картолики. А вот, да, картошка выпала. Так, ломаем дальше, значит, звезда. А, слушайте, а что мне везет? Я не... А, вот и не повезло, друзья. Вот и не повезло, не нужно было зарекаться. Все, я убил его. Он, наверное, разбился, а нет, он же гигант, как он разобьется? Давайте его попробуем поубивать отсюда. Короче, друзья, заметил, что вам нравятся такие видео по типу обычный игрок против какого-то там предмета или блока в Майнкрафте, к примеру, ну не знаю, игрок-крипер против крипера-мутанта, вот, в Майнкрафте, да. Я решил сделать то же самое, но немножко соригинальничать, и, к примеру, сделать обычный игрок я против лавы, а точнее блоков из лавы. Немного буду заговариваться, сейчас 6 утра у меня. По моему времени, да, я живу в городе Ульяновск, здравствуйте. О нет, тут блок из лавы, все нормально, он меня спас. Ну ничего страшного, человек из лавы, поэтому я тут не сгорю. И нет, все-таки я сгорел, очень обидно, хорошо, еще Lucky Villager мой сгорел. Нет, Lucky Villager, очень обидно за тебя, ладно, давай скинем сюда. О нет, не зря я спрыгнул, все-таки не зря я спрыгнул, там все взорвалось. Ну хорошо, давайте снова возродимся. Знаете, вот такое ломание Lucky блоков, точнее лава блоков, мне намного больше нравится, потому что... Потому что, когда я их ломаю, как бы появляется такой интерес к ним, там, я упаду, или что-то еще может произойти. Короче, мне так интереснее, чем ставить в ряд лаки-блоки и ломать их, как это делают практически все. Не знаю, как-то что-то они не оригинально подходят к своему делу, но да ладно, фиг с ними, пусть делают, что хотят. Так, продолжаем ломать, и зря его выпустил, да? Ну ничего, я его сейчас застрелю. Кто это сделал? Кто это сделал? Зачем вы это сделали? Зачем вы меня огорчаете? Хорошо, давайте ломать. Нет, где заспавнился, друзья, что такое? Так, хочу штанишки переодеть, супер крутые, чтобы... Так, давай все, я все-таки себя кильну. Килл. Так, возродиться. И продолжаю ломать лаки-блоки. Значит, что я, друзья, вам хотел сказать по поводу второго канала Гусь Гидра. Вот-вот там выйдет новое видео, я уже его перевожу. Это будет Майнкрафт в реальной жизни против Майнкрафт обычного, вот как бы. Очень интересное видео получилось, я там его переозвучивал, все такое. Также мне помогал мой друг в переводе, поэтому, пожалуйста, посмотрите это видео, оно скоро выйдет. Зайдите на канал Гусь Гидра, ведь я там отвечаю всем, там я общаюсь со своими подписчиками, так что все хорошо. Спасибо вам, кстати, за позитивные комментарии и за большое-большое количество лайков под Гусь Гидрой. У меня даже на компоте не столько лайков, сколько на Гусь Гидре. Это очень хорошо, показывает, что наш канал развивается, а еще мне нужно попить молочка. Но вместо этого лучше-ка я съем пирожок, а я не хочу есть. Хорошо, давайте-ка я врублю себе гейммод 1 и попью молочка. Точнее, возьму себе, не знаю, к примеру, 3 ведра молока. Давайте возьму. Да, почему бы нет? 3 ведра молока. Все, у меня эффект спал. Окей, отлично, хорошо. Я продолжаю ломать дальше. Мне ничего пока что интересно не упадает, но зато смотрите, какая наша пирамида красивая стала. Тут что-то понатыкано. Короче, много всего интересного. Обожаю эту пирамиду. Люблю, когда вот так вот все происходит. Что-то у меня немного лагает еще Майнкрафт. Ух ты, шлем. Шлем алмазный. Где-то тут был шлем алмазный. Кстати, я могу быть цыганенком. Вот, смотрите, я одел всю броню, теперь цыганенок. Блин, и меня снова убили. Царство небесное тебе. Так, стой, умри, отсюда уходи. Так, все, он упал, отлично. Продолжаем ломать. Так, тут мне только что написал, что один лаки-блок счастливый, а другой нет. Давайте я сломаю. Он счастливый? Да, он счастливый. Мне очень, друзья, с вами повезло. Ломаем дальше. Lucky Villager тупой. Я думаю его столкнуть, но я сам упал. Что-то вообще какой-то нуб. Кстати, мы почти доломали до конца. Надо же, эта башня что-то мне дается как-то быстро. Но это понятно, потому что она меньше, чем та башня из лавы. Но пока что я выигрываю. С чего я это взял, не знаю. Ведь я умер уже дофига раз.
И я человека злого, к сожалению, выигрываю. Да. Почему, к сожалению? Ну, потому что на самом деле в душе я болел за блока злого. Только никому не говорите, пожалуйста. Вот. И снова я умираю. Короче, я пока что смотрю, что на самом деле, я думаю, все поняли, что это был сарказм, это была шутка. И на самом деле побеждает пока что блок из лавы. Да, блок из лавы, не я, не человек из лавы, а именно блок из лавы побеждает. Потому что он меня уже куча раз убил, а я еще не доломал его даже до конца. Так, один лайк и блок счастливый, другой нет, значит это нет. Окей, окей, я убегаю, и меня как всегда столкнуло. Майнкрафт залагал, и меня это очень сильно бесит. Во-первых, хочу себе чанки поменьше сделать, зачем мне большие чанки? Я еще смотреть куда-то собираюсь. Нет, сегодня я сконцентрирован, но ломание и пирамиды. Что-то не то сегодня с Майнкрафтом, что-то он лагает, подвисает как-то сильно. Ну да ладно, это в принципе не важно, ведь я хочу продолжать ломать эти лавовые блоки, посмотреть, что же будет, потому что это не просто лаки-блоки, это лавовые блоки, они намного интереснее, чем лаки-блоки. Так, я хочу повыкидывать это и поймать алмазные ботиночки. Так, они где-то тут. Ну окей, давайте хотя бы алмазную шапочку поймаем. Так, шапочка. Блин, попугай на самом деле такие интересные животные, потому что, вот смотрите, у меня есть попугай, да, и он ложится в 4 часа ночи, а встает в 6 утра. Как он это делает, я не понимаю. При этом всем он еще очень громко чирикает, он вечно летает, он вечно активничает, я не понимаю, как у него хватает на это все сил. Это, наверное, какой-то супер попугай. Так, спавнимся опять сверху, как бы мне подобраться назад к своим луки-блокам. Так, вот как-нибудь вот так вот давайте будем ломать вот таким вот образом. Блин, вот мне очень обидно, что попугай мне портит всю съемку, но дело в том, что я никак не могу его успокоить, ибо сейчас 6 утра, он проснулся, а в 6 утра такой ор стоит в квартире, вы просто не представляете. Он меня вечно будет, он меня вечно убивает, вот, например, как этот бедро, в котором я застрял, или что? А, это был колодец. Ну, хорошо, колодец так колодец, туда уже все кинули. И мне попался, как всегда, несчастливый лаки-блок. Ну, хорошо, ничего поделать, очень сильно обидно, поставьте, пожалуйста, лайк. Давайте ломать дальше и прыгнем сюда, давайте. Блин, отлично, вообще просто самый везучий человек в мире. А давайте попробуем пойти с самого-самого начала. Все, давайте вот отсюда пойдем. Что нам еще делать? Ух ты, прикольная комнатка, слушайте. Правда, я ее уже давным-давно видел. Надо выбраться отсюда. Выбираемся. И все, отлично, я выбрался. Продолжаем ломать наши локи-блоки. И тут какой-то гигант, которого я сейчас убью очень просто. Убиваю. Давай, да я его сейчас замочу вообще. Все очень просто, друзья. Да, друзья, еще будет скоро летсплей. Спасибо большое, что поддерживаете меня. Я очень много вижу в последнее время положительных комментариев, где люди пишут, что о, типа, я помню, как я играл на твоей сборке. Сборка скоро новая будет, она очень крутая. Я топовую сборку, и я думаю, она вам понравится. Продолжаем ломать, но пока что ничего интересного не происходит. Я хочу обновить чанки, ибо у меня очень сильно лагает. И буду где-нибудь вот тут вот продолжать ломать свои любимые луки-блоки. Так, тут ломаю. Пока что мне везет, но сегодня выигрывает почему-то. Блин, сейчас все взорвется, да? Ну все, это тогда уж понятно, что блок из лавы. Ладно, давайте уже доломаем тогда эту пирамиду до конца. И, блин, очень сильно лагает. Давайте я лучше перезайду в Майнкрафт. Это просто невыносимо. Это ужасно, друзья. Никогда не играйте в лагучий Майнкрафт. Лагучий Майнкрафт — это зло. Хотя 100% майнкрафтеров лагают. И это очень обидно, что Майнкрафт комьюнити такой лагучий. Так, все отлично. Ой, нет. Какой-то дискорд. Слушайте, никогда не заходите, пожалуйста, вот по таким ссылкам, друзья, не надо. Это не мой дискорд. Мой дискорд всегда в описании. И меня сейчас убьет, да? Да, меня сейчас убило. Спасибо большое, создатели этого мода. Вы меня любите убивать, я вижу. Продолжаем, друзья, ломать. Пока что ничего интересного нам не выпадает. Выпадает пока что пораша какая-то. Мне неинтересная вообще. Так, ну, продолжаем, в принципе, ломать. Мне не привыкать к параш неинтересной. Ломаем. Кстати, еще видео будет, наверное, про пирамиду из Нутеллы. Очень интересное видео. Или же про кнопку Майнкрафта, тоже очень интересное видео. Поэтому обязательно, друзья, ждите. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, да. С вами был я, Компот. Но я не прощаюсь еще. Нет, ни в коем случае я прощаться с вами пока что не буду, друзья. Я хочу ломать дальше. Так, нет, я хочу умереть. Да, как бы это странно не звучало, я хочу умереть, потому что у меня слепота, медлительность. Короче, у меня ничего только нет, я вообще неудачник. Хорошо, продолжаем ломать. Если вы хотите больше таких видео, но сразу говорю, если вы поставите много лайков, следующее видео будет игрок из воды против блок из воды. Но оно будет интереснее. Я не буду просто ломать какие-то лава-блоки или вода-блоки. Ух ты, я воду забрал. Прикольно, слушайте, я обязательно ловушку. Я думал, такое невозможно. Впервые об этом узнал. Ну ладно. Поэтому следующее видео будет намного интереснее. Ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. Я надеюсь, что в следующем видео я не буду так часто умирать. Так, осталось
вас еще немножко, я, наверное, еще немножко поломаю и вынесу вердикт. Но я думаю, что тут и так все понятно. Ведь на мне снова эффект слепоты. Давайте выпьем молочко. Копаемся дальше. Давайте сейчас спустимся вниз, если нас, конечно, не убьет. Давай сделаем так. Мы сейчас спускаемся вниз по этим вот локи-блокам. Если нас ни разу не убивает, то мы победили. И меня убило, друзья. Как вы помните, меня убило. Да. Вы понимаете, точнее, извините, друзья, просто очень спать хочу, очень сильно устал, и меня убило, да. Все, друзья, короче, я выношу полный вердикт, что победил сегодня не я, к сожалению, игрок из лавы сегодня проиграл, победил блок из лавы. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Кстати, по вашему мнению, кто победил, я или блок из лавы? Обязательно пишите в комментариях. Спасибо большое за просмотр, с вами был я, Компот, всем удачи, всем спасибо и всем пока.